Who is this? Pimpin. Pimpin? Это мой пингвин, его зовут Пимпин. Я его хотела взять всегда, потому что я люблю очень сильно птиц, и это моя птица. И я его назвала Пимпин, потому что он же пингвин. Я его взяла сюда, потому что это мой самый лучший друг. Я его в Украине обожала. Мне еще было для него костюм, который я сама сделала. Ну, которые вещи, которые у меня были. И этот костюм остался дома. Ну, он мне все равно такой понравится. Но почему ты его взяла с Украины? Потому что он самый мой лучший друг. А еще почему? Потому что мне подарил это брат, который остался в Украине.